Я занимаюсь русским или той. Занимаюсь матехой, потом иду домой. И закрываю я предметы, хоть и не учил. Открываю доту и иду рубить. Час прошел и два, и три. Закончил я рубить. И беру сухари и зову друзей. Эй, друзья, иди, гол со мной, ПМН. Они мне отвечают: увы, но не могу, мамка заправляет. Белый дома, но я не понимаю, как можно такое сделать. Запрягать ребенка и не давать рубить. Ну как так можно? Как такое может быть? А мама зовет меня, а я иду к ней. Она мне говорит: давай в ММ скорей, там аху надо делать. Или тебе лень? Она отвечает: ну да, не лень, давай пока отчаивай. Это очень-очень сложно, но я зову домой.